Начиная с 1985 года в Десногорске работает школа номер 3. За 34 года ее выпускниками стали более 4000 школьников. Среди них 37 золотых и 46 серебряных медалистов. В настоящее время в школе обучается 752 ученика. Ребята достойно представляют свою школу на олимпиадах и конкурсах. Так, на этой неделе они стали победителями городской метапредметной олимпиады. Педагогический состав создал для них комфортную и безопасную среду. Ученики пользуются библиотекой, где порой выстраивается очередь из желающих пополнить багаж своих знаний учебной литературой. Дети с удовольствием посещают занятия. Мне нравится учиться в моей школе, потому что здесь лучшие преподаватели, они очень хорошо преподают уроки. У меня любимые уроки – это русский, математика. Русский преподает у меня Галина Николаевна, а математику Галина Михайловна. Я хорошист, я учусь без троек. Мне очень нравится русский и математика. Русский ведет Спиркова Надежда Владимировна, математику ведет Каюрова Тамара Васильевна. Русский язык мне нравится за то, что у него есть богатое содержание, а математика за то, что это два предмета, которые понадобятся в будущей жизни, их надо сдавать и учить. Подготовка к предстоящему событию идет полным ходом, и гостеприимные хозяева школы готовятся ко встрече с будущими первоклашками. В 2019 году мы планируем открыть 3 первых класса, чтобы родители ближе познакомились с педагогами, которые будут набирать учеников, и с программами, по которым будут учиться их дети. Мы приглашаем всех желающих 26 января прийти на день открытых дверей. Я буду исполнять очень интересную песню. Мы подготовили ее с учителем по музыке Людмилой Васильевной Сохранич. Она будет очень интересная. Школа с нетерпением ждет новых учеников. Добро пожаловать! Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.